Фух. Фига себе, Тика вместе с Фредди побежала. Это что-то странное. Фредди, он убрал клетки от Тики. Ты ее недостоин. Привет, ребята, с вами Green Cosplay. Я прохожу игру 5 ночей с 5 ночей с Фредди 80-е. Сегодня я вы можете видеть в предыдущем видосе, видеть, как Фокси идет. Это реально жесть. И в этот раз мы точно попытаемся пройти еще одну ночь. Четвертая. Она будет взыскать. Ой! Тика, Тика, а кто если буду тебя провоцировать, а? Закрой дверь последним. Блин! Ё-моё, блин! Ой, бля! Ой, на создателя кто-то напал. Как вы могли? А Миска бегает за мной. Миска! 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 Туда-то за Миску ушел! А закрывайся! Фью, закрывайся! А, это Тика и Миска! Блин, Бонни! Бонни, ты охренел? Вы видели? Миска за мной сол! Не очень быстро! Не налетал со всей дури! Не кричал, как он это всегда делает! А просто солзал на как обычный аниматроник, тупо бегает, как Тика! Фредди, ты настолько ничтожный! Помогите! Фредди на меня напал! Ой, Тика, отвали! Не успею! Блин, я закрыл себе проход! Бонни! Блин! Ой, блин! Вот это жесть! Ой, блин! Я не ожидал такого поворота. Очевидно, Бонни тоже. Наконец-то, Бонни, ты показал себя. Ты самый ничтожный аниматроник из всех, что я видела. Ты добрался до своей же собственной названия. Название похлопаем. Похлопаем Бонни. Он показал себя как истинный долбоёб аниматроник. Все пошли! Ну, кроме Тиги, конечно. Но последний момент. Я успею! А где вы все, кстати? Фредди, ты должен мне налетать со всех сторон, бежать со всей скорости, а тебя я вообще не вижу. Фреддик, да ты-то где? Я тебя даже не вижу, вот таки. Это не Фреддик, это Бонни. Фредди, у меня столько раз открыта комната, ты должен был на меня просто налететь со всех сторон, пока у меня тупо открыты комнаты. А ты это делаешь даже без уважения. Мне жалко тебя, Фредди. Ты прямо вызвал со сцены. Ты... Фредди! Блин. Вот сейчас молодец. Вот сейчас хвалю, Фредди. Тика вообще терминатор посла. I'll be back. Дай, Тика. Фредди, красава. Фредди меня чуть не убил. Красавчик. Увазуха. Бонни, ты тупой. Фокси все еще не идет. На четвертой ноте. Да харе! Бонни. А, это Фредик. Фредик. Никого. Все ушли. Фредик. Бонни. Сколько раз не говорить. Ты не пытайся. Ты все равно самый ужасный аниматроник в мире. Из всех, что я видела. На том фоне Монти даже рядом не стоит. Но видите, он уже обиделся. Вот что это за аниматроник? Надо добиваться своего, надо биться в двери за всех сил огромными сосками, обязать как терминатор, чтобы меня убить. Но не как терминатор ходьбой, а как терминатор 2, бежать изо всех сил, чтобы
вломиться ко мне в дверь, и возможно у меня закончится энергия, как ты мне сломаешь дверь. А, ты его. Какой же ты ничтожный, Бонни. Ты настолько ничтожный аниматроник, что мне как-то стыдно даже. Мне стыдно за тебя. За Фредди не так стыдно, как за тебя. Нереально стыдно. Бонни, это все-таки... Тика, ты обиделась? Я не тебе говорила, я говорила Бонни. Миска вон все подтвердит. Фух, она пришла в норму. И пошла бить мне хлебальник. Она реально пошла бить мне хлебальник? Фредди, здорово. Где руку посеял? Тика спиздила. А куда она дела свою руку? Бе! Ну что, мне все есть, кроме... Бе! Блядь, это фонмет. Ты где? Эй, Бонни, если попытать удачу. Фредди не сумел. Фредди не сумел. Тика не сумела. А ты сумеешь, что ли? Ты сумеешь? Сиди тут на сцене и играй в Brawl Stars. У тебя этого никогда не получится. Ну, почти получилось. Не напасть на меня. А... Никого нету. Я была уверена, что ты стоишь там. А ты стоишь за углом. Меня сдёс. Нахрена? Нахрена ты меня сдёс? Он обидится. Он позорать посол. Тика, запирайте ему холодильник, чтобы он там тебя всё не сожрал. Поверь мне, это обзоров сожрёт всё, даже ничего там не увидит. Попроси это своей едой. Да ладно, это была всего лишь глупый пранк. Ты просто ничего не понимаешь. Ты старый, ты пень старый. Ты пень старый, и твое вылазит прямо сквозь двери. Настолько ты древний. Фредди, это не про тебя. Ты самый лучший музык. Ты музык, ты во. Ты прямо во музык. Отличный музык. Фух. Надеюсь, Фредди мне поверил, и он услал отсюда. Вот Тика точно услал, а Фредди вон стоит. Ну, он должен долго стоять, по идее-то. Все усал. Фоксиандр! А где у нас Фоксиандр? Фоксиандр! Ну что? Это еще кто? А, это Фредик! Ой, это Тикуся. Тика, миссис Бонни? Вы охреняли? Не охреняли ли вы, дорогие люди? Ой, блин, а вам не страшно? Вот не страшно, я бегаю прямо вместе с Фредди. Блин, я зашла в комнату. Бонни, ты мне все испортил, поэтому ты тупой аниматроник. Фига себе, Тика вместе с Фредди побежала. Это что-то странное. Фредди, а ну убрал клетки от Тики, ты ее недостоин. Он на меня обиделся и свалил. А вот Бонни, если попадать удачу. Есть! Если бы я не тупила и прошла бы эту ночь сразу, а не только потом. Ну надо было попробовать. Фоксик ни разу не послал.